Уважаемые поклонники смешанных единоборств, Лига WF Pro Fight с гордостью представляет трехраундовый бой. Итак, дорогие дамы и господа, справа от меня Синий Ул. Боец представляет бойцовский клуб Алимунар. Боец тренируется под руководством Тунчтыха и Минджанова. Возраст бойца 27 лет, вес бойца 71 килограммов ровно. Рост бойца 1,77 сантиметров. У бойца 3 профессиональных боя, из них 2 победы, 1 поражение, 0 ничьи. Боец является чемпионом Кыргызской республики по ушу-сандо. Боец является мастером спорта по ушу-сандо. Встречайте по прозвищу Опер Айдербек Ашима! Итак, слева от меня красный угол. Боец представляет бойцовский клуб Дордой Алгыр. Боец тренируется под руководством Актлика Джумабегулу. Бойцу 27 лет, вес бойца 71 килограммов, рост бойца 1,66 сантиметров. У бойца 3 профессиональных боя, из них 2 победы, 1 поражение, 0 ничьи. Боец является чемпионом Москвы по рукопашному бою. Является чемпионом Москвы по боевому самбо. Боец представляет город Бишкек. Встречайте! Манас Дулатов! Бойцы на середину. Первый раунд. Thank you.
Дорогие друзья, давайте поддержим наших бойцов бурного овации. Поддержим их! Қанымесе ұрматты достар, сіздердің қызы болдыңыздар, менің ғана мүкті мүшкелерге ей оласыздар. Қанымесе ұрматты достар, ұрматты спорт сүйіншілер, жанды қолдап кетеміз. Thank you.
Стоп. Дамы и господа, уважаемые поклонники смешанных единоборств, для вручения награды приглашается президент Федерации тайского бокса Елена Шевченко. Итак, дорогие дамы и господа, уважаемые любители смешанных единоборств, в этом бою, в третьем раунде, техническим нокаутом победу одержал боец по прозвищу Опер.